Больше полумиллиона рублей в этом году выделили из бюджета Якутска на реконструкцию уличной дорожной сети столицы. Еще столько же должна выделить казна республики на эти же цели. Всего планируют отремонтировать более 7 километров дорог города. Каких улиц коснется обновление в репортаже с Аргыланы Захаровой. Каждый день по этой дороге проезжают тысячи людей. Кто-то спешит на работу, а для кого-то эта поездка – вопрос жизни и смерти. И здесь качество дорожного покрытия играет не последнюю роль. По ухабам и по кочкам экстренным службам приходится везти в главный медицинский центр республики больных с самыми разными диагнозами. Центр медицины катастроф привозит практически ежедневно недоношенных маленьких детей, ну, со всех регионов республики. Они тоже к нам обращаются периодически, значит, чтобы мы привели в соответствие подъездную дорогу к нашему национальному центру медицины. Чтобы качки не было, чтобы пациента не травмировать, более маленьких недоношенных детей. Но в этом году многолетнюю проблему наконец должны решить. Дорожное покрытие полностью заменят, отремонтируют тротуары, а также расширят и обустроят парковку. Количество стояночных мест увеличат от сегодняшних 100 до 140. Но это не единственная хорошая новость для автолюбителей столицы. Долгожданный ремонт пройдет на окружном шоссе. Здесь работы пройдут на участке протяженностью больше километра. Общую стоимость всех работ оценивает 200 с лишним миллионов рублей. Там будет 4 полосы, тротуары с двух сторон, освещение, озеленение, ну весь комплекс работ. Общая длина строительная – километр 164 метра. От Портовской трассы до улицы Жардицкого с устройством кольцевой развязки на пересечении окружного шоссе и улицы Жардицкого. В общей сложности в столице реконструируют больше 7 километров дорог. Так, в этом году отремонтируют улицу Кальвица на участке от Дзержинского до Жарницкого, улицы Чернышевского и Хабарова на участке от Кулаковского до Черяева и улицу Ломоносова от Петровского до Октябрьской. В свою очередь, сама улица Черяева тоже будет отремонтирована на участке от Дзержинского до Хабарова. Кроме того, работы пройдут на Жарницкого от улицы Семена Данилова до окружного шоссе. Всем известный длинный перекресток на пересечении улиц Жарницкого, Кальвица, Пирогова также будет подвержен реконструкции. На нем обустроят еще одно кольцо. Работы планируют начать уже в апреле, а результаты жители и гости столицы смогут оценить в октябре. Сарглана Захарова, Георгий Григорьев, НВК Саха, Якутск.